На верхней ступеньке пьедестала Аким Павлюков, воспитанник 3-й спортивной школы города-курорта. На первенстве Европы 14-летний анапчанин стал сильнейшим в весовой категории 65 килограммов. На малой родине Акима и его тренера встречают соратники из Федерации бокса, родные и друзья. Эти ребята большие герои, на самом деле, вся команда. Потому что взрослые, тренерам нам было тяжело вывозить этот психологический груз. А для них в 14 лет, я считаю, что это Эверест. Самый серьезный противник был в полуфинале. Белорус был самый сильный, самый техничный, самый подготовленный. Вот. В финале был венгр, очень сильный физически. Нам нужно было, прежде всего, сдержать его натиск и разобраться. Победа Акима не случайность, а результат упорных тренировок. Боксом парень занимается с 4 лет. Как настоящий патриот, говорит, что в Анапе уровень подготовки спортсменов высокий. Убедился лично. Я сначала думал, что это очень сложно. Я думал, что все, как вы знаете, на Европе все победители своих стран. Так что я сначала был страх, что проиграю и так далее. Потом, когда я приехал, отбоксировал первый бой, я уже понял, что все такие же, как и я, все такие же занимаются. Мы даже в 2 раза больше занимаемся, чем и они. Считаю самым большим Олимпиада. Но до этого надо дожить еще. Тем не менее, настрой у Акима идти до победного. Мы желаем новых успехов анапскому спортсмену и его тренеру.